Байкал на неделю стал площадкой для парусных регат на льду. На соревнования съехались спортсмены из разных уголков России, а также из Великобритании, Германии, Швейцарии, США и других стран. Эти парусные суда на металлических коньках называются буйрами. Они могут развивать скорость до 120 км в час. Едешь очень быстро и рулишь, как в болиде Формулы-1. Это Формула-1 под парусом. И ветер, и скорость, и адреналин, и просто просторы. Это бывает, вот сейчас вот плохой лед, а бывает гладкий лед. Там летишь, ни шороха, ничего, там 100 километров буй разгоняется. То есть, ну, кайф. В этом году спортсмены оказались в сложных условиях из наносов снега, которые называются пирогами. Это вот такие вот надутые снегом огромные участки, такие пышненькие, в которых влетают буйра, и это опасно. В рамках состязаний прошли первенство и чемпионат России по парусному спорту, а также международные соревнования «Кубок Байкала».